Приветствую вас. Вы знаете, поскольку, как вы говорите, вас всю жизнь преследует это, то я думаю, что говорить о выхождении из нее вот так, то есть резко, ну или быстро, если угодно, не приходится. Потому что вы не только жили в ней, вы, если угодно, привыкли в ней жить. Вы привыкли жить в ней, и, соответственно, вам нужно не убегать от нее, потому что это часть вашей жизни, определенно часть вашей жизни. А вам нужно, ну, хотя бы научиться в ней ориентироваться. То есть уметь находиться в тех условиях, которые вам не нравятся. Уметь находиться в тех обстоятельствах, которые вас не устраивают. По сути, речь идет о адаптации. То есть это, ну, можно сказать, такая вот форма адаптации, без которой вам, ну, будет, вообще говоря, довольно тяжело преодолеть то, что у вас сейчас есть. Просто, опять же, потому, что вы привыкли жить в определенных условиях своей жизни. И вот так просто эти условия изменить у вас, ну, не получится. Было бы глупо, наивно полагать, что это может произойти вот сразу. То есть, сперва адаптация, диагностика, потом уже идет конструктивные предложения по улучшению вашей жизни, по улучшению того, ну, где вы живете, как вы живете, что делаете и так далее. Вот. И, собственно, я думаю, что это на данный момент то-то вам можно сказать, исходя, опять же, из тех обстоятельств, которые вы описали. А для более конкретных рекомендаций, я думаю, вам имеет смысл в обязательном порядке свою проблему более полно раскрыть, потому что пока вообще-то совершенно непонятно, чего вы хотите, как вы хотите, почему и, в общем, из-за чего. Ну, например, неясны причины ваших негативных обстоятельств. То есть вы пишете что-то, мол, да, есть определенные негативные моменты в вашей жизни, есть определенные неприятные ситуации в вашей жизни, но откуда они взялись, как они взялись, почему они, ну, собственно, начали происходить, это все непонятно. И чтобы было понятно, нужно вот как раз и
подробно с вами все это разбирать. Но еще раз хотел бы вам особо подчеркнуть, что вот так вот сразу резко, быстро свою жизнь вы не измените. И не нужно, знаете, такие заведомо высокие ожидания проецировать на, ну я бы не сказал на нас, скорее вы от себя не ожидаете, что вот прям под начастие вы сможете решить прям вот весь спектр своих проблем. Это я бы не сказал, что возможно. Но зато вполне возможно вам помочь хотя бы определить всю вашу проблему. Для этого, пожалуйста, выбирайте эксперта на нашем ресурсе, который вам понравится, который бы вас устроил, которому вы доверились бы, и прорабатывайте с ним все, что вам нужно, все, что вас беспокоит, все, что вас напрягает и не дает спокойно жить. Я полагаю, что данное является единственно возможным и правильным решением вашей ситуации. Просто потому, что, ну, по сути дела, вы сами очень мало информации собирали. И как бы по информации о вас уже можно сказать, что вы вот, знаете, быстро задали вопрос и, наверное, хотели получить такой же быстрый ответ. Ну вот, к сожалению, такого не бывает. Это вам скорее в раздел эзотерики нужно было. Там вам именно вот так вот на вопрос ответить. На этом, я думаю, можно закончить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Значит, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу вам. Словом, самого доброго и удачи!